think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Бравл Старс и супер-мега день. Давненько я уже не снимал. Я сегодня наконец-таки опять собрал фуловый ак. Я вам показывал. Я забрал Спраута себе, и в итоге я потом гемы спустил на сундуки и вытащил оттуда гаджет на него, но не было звездной суперсилы, и сегодня мы ее получили наконец-таки. Еще, наверное, заберу удвоитель, так как решил копить для интереса коробочки к следующему обновлению. То есть сундуки, чтобы испытать удачу через месяц. Так, ну что, у меня опять фуловый аккаунт на Спраута. У нас еще нету второй суперсилы звездной. А зернобомбы, не попавшие во врагов, взрываются, охватывая большой радиус. Интересно. Поехали, это сразу проверим. Офигенный, не знаю. Мне Спраут на Бравл Боли просто зашел на ура. В принципе, на многих локациях он кайфовый, но надо очень хорошо им управлять. Ого, нифига себе! Охренеть! Просто охренеть! Вот это радиус действия. Я в шоке, честно говоря. Ах, ху-ху-ху. Ну все, ребята. Это пипец. Мне кажется, его будут опять фиксить. Посмотрите, что он творит. Просто жесть. Ай, не успел полечиться. Блин, ну круто. Такой радиус действия, это, конечно, жестко. Вы видите, тут надо кидать в другую, в обратную сторону от себя, когда у тебя рядом. Смотрите, что он творит, охренеть. Охренеть просто. Просто нафиг разнес. Но я туда не смогу добежать. Блин, жесть. Офигеть. Ну по дамагу, я вам скажу, это реально жестко. Хоть мы сейчас и сольемся, но блин. Посмотрите на эту зону дамага. Офигеть просто. Поехали дальше. Мне самому интересно побегать. Блин, круто. Вот реально с пассивкой он просто будет божить, как по мне. Если там раньше надо было попасть, то с такой зоны сейчас это просто нечто. Смотрите, что он творит. Это при том, что его бомбочка еще два раза, ну, типа, подпрыгивает, да? То есть, вот его дальний раз, два, и удар. Какой у него, какая у него зона дамага? Посмотрите, что он творит. Охренеть просто. Да о чем вы, ребята? Блин, прискакал. Так, что у меня за нубасы в тиме? Ну-ка, собрались. Запарили. Я что, буду один их килять, что ли? Просто охренеть. Честно скажу, я охреневаю. Да, тиммейты у меня, конечно, от бога. А, на третьего не хватило. Чуть-чуть. Ну, как обычно, короче.
Все понятно. Я не знаю, по этим силам в рандоме вот меня сейчас в последнее время просто подгорает играть. Поехали, Бравл Болл чекнем. Ну блин, прикиньте, что он сейчас будет творить. Смотрите, раз, два, три. И минус два сразу уже. Все, просто тупо заводишь и не паришься. Блять, жесть. Это жесть, ребята. Что это за дичь? Я в шоке. Честно говоря, я немножко с Лиганца в шоке. Ай-яй-яй-яй. Чуть сам себе не завел. Просто трэш. Я честно скажу, я думаю, он его реально будут фиксить. Это, знаете, мне что-то напоминает Джеки. Просто тупо накидываешь и все. Тут, знаете, тут мне кажется уже лучше, чтобы просто тупо не попадали. Ай! Нормас. Успел. Блин, круто. Реально круто. Я, честно говоря, вот от пассивки в шоке. Мне и так справа нравился. Но сейчас это просто бомба. Так, надо еще здесь затащить. Помимо того, что можно им закрывать нормально в воротах. Посмотрите, чё он творит вообще. Делаем с Лиганца защиту. Пипец. Я в шоке, блядь. Посмотрите на эту дальность. Офигеть. Так, что там я еще не бегал?
Давайте попробуем силовую зафармить. Конечно, как обычно, сейчас будет веселье. Блин. Хар, ну куда ты отдал? В сторону надо было, блин. Прочитал. Хорош. Ну блин, я не знаю, мне очень нравится спраут. Вот именно с пассивкой он просто тупо открывает себя сначала. Ну куда ты мне пас дал, блин? Чё я тут против них сделаю? Блин, надо было с мячом оставаться. Читер. Ох. Блин, всё-таки. Ну! Ну хоть отбил. Отлично. Красава, что за мной бегал. Ну куда ты его ведешь, блин, ну пиздец какой-то. Блядь, не успел. Хорош. Сейчас, конечно, это не очень.
обидно. Ну, звездного все-таки я захватил. Плюс 15 чей. Блин, ну не знаю, но Бравл Боли, по-моему, он... Это один из топовых героев сейчас будет. О, все, нам тут, походу, труба. Красава. А если бы не припрыгнул, шанс, конечно, забить был очень маленький. Так, все, все забрали. Нет, нам еще надо здесь затащить. Ну, давайте в парном. Короче, реально, пассивка, просто пушка. А, нифига себе, блин. Все. Обидно. Ну, второе место. Хотя могли свободно и первое тащить. В общем, вот так вот, ребятушки. Такой вот сегодня денек у нас. Бравл Старс. Опять фуловый аккаунт. Опять... Все собранные, все пассивки, все гаджеты, и будем ждать следующую обнову и следующего героя. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.